Всем привет! Сегодняшний обзор про новые пребиотики, которые я заказывала впервые от компании Kefiren. Якобы, ну вообще все знают, что кефир отличный источник для обогащения микрофлоры кишечника различными полезными бактериями. Так вот, этот кефиран тоже пробиотик, но он не содержит кефира, а содержит те штаммы, которые, скорее всего, участвуют при брожении этого для получения кефира. В общем, две капсулы заменяют one quart kefir milk, то есть вот такой вот, я не знаю, 250 миллилитров кефира. Что здесь содержится? Он, во-первых, для веганов, здесь 60 легко усваиваемых капсул, содержится 50 миллиардов бактерий, что очень круто, чем больше, тем лучше, потому что тем выше шансы, что эти бактерии здоровыми и невредимыми доберутся до вашего кишечника, потому что многие погибают уже на том уровне, когда какие-то температурные перепады, как говорится, очень тепло, и пробиотики погибают. Не содержит молочных продуктов, не содержит глютена, подходит для веганов, не содержит лактозы. Что здесь? Здесь перечислены штаммы этих бактерий, в основном все лактобациллы с различными штаммами. На самом деле в них можно и нужно ориентироваться некоторые, потому что эти штаммы, они постоянно появляются, есть очень сильные штаммы бактерий, которые прям... Я не знаю, обязательно нужно найти и принимать, но сколько я не искала на Ахёрбе конкретно по штаммам, то не могла найти ничего стоящего. В общем, поэтому как-то приходится вот выбирать. Здесь 60 капсул, как я сказала, рекомендовано принимать по 2 капсулы в день. Принимать с легким приемом пищи рекомендуют, не на пустой желудок. Вот. Выглядит она вот так, капсулы у них небольшие, вот такие вот. И после вскрытия обязательно все бактерии, все пробиотики, чтобы там ни говорили, что они устойчивые к перепадам температуры, их необходимо хранить в холодильнике. Stone dry place. Да, вот, ну тоже нужно хранить в сухом прохладном месте. Вот, про них пока ничего сказать не могу, но меня... привлекло то, что идет аналогия именно с кефиром. Я искала пробиотики как раз от компании, я не помню как, но тоже что-то там с кефиром связано по рекомендациям. На Ахёрбе их, к сожалению, не смогла найти. Они тоже вегетарианские, используются практически такие же штаммы, что представлены здесь. Поэтому я решила их заказать. Если кто-то уже заказывал, кто-то пользовался, обязательно пишите отзывы. Ссылку на данный объект я оставлю в описании. И за каждый отзыв авторы получают реальные деньги, которые в дальнейшем выводят на свои кошельки в Эпане либо по номеру телефона. У меня все. Всем пока и до новых встреч. И не забывайте подписываться на канал.